Напоминаю, представляемся, говорим произведение, авторское или исполняете. Я стихотворение. Стихотворение два или одно, или сколько можно? Одно. Хорошо. Одно. Баженова Оксана, автор стихов. Сейчас, подождите. Не то немножко открыла. Хороши у Леси косы, зелены глаза ее. По утрам выходит босы, в час, что солнце не зальет всю родимую станицу ярким светом золотым. Странной девушке не спится, врань бежит за старый тын. Поросе сбирает травы, что-то шепчет у ручья. Говорят, хмельной отравой служит блеск в ее очах. Люди держатся в сторонке от красавицы шальной. Ходит слух, кто деву тронет, в муках тот помрет весной. А в конце станицы статный человек живет. Петро, Живка, дети по палате. Сам силен, хотя не строг. Все бы ладилось и дальше, если б Леси не встречал. Будто дев не видел краши. Хитрый взгляд из-под плеча казака пронзил внезапно. С рук красотки воду пил. После этого на завтра мир ему стал весь постыл. Жинку бьет и матом стелит, а в глазах не свет, стекло. Шепчут люди до апреля жить ему, Петро наш плох. Пусть соседи смотрят косо, человека мысль грызет. Хороши у Леси косы, зелены глаза ее. Спасибо. Спасибо вам. Приглашаем Супермену Алису. Есть? Тогда Акбашева Светлана и Квитковская Ирина. Но, извините, пожалуйста, Акбашева есть? Тогда, барышни, готовимся после вот этого номера, хорошо? Спасибо. Громкости прибавить. Падает микрофон. Не упадет в конце песни. Светлана Акбашева, называемся «Облака». И мы хотим исполнить песню Константина Завалина «Вальс три сябось». Эту песню мы услышали в прошлом году на сплаве и решили, что ее исполним. Если медведь, белый медведь, нет.
авось, не слилось, не трись авось, не трись авось, трись авось, только медведь, белый медведь. Эта песня вторична полностью, только этим и хороша. Я пою ее с чистой совестью, и спокойна моя душа. Чувства верующих не тронуты, не разбужен народный гнев. Кто-то скажет мне, что я тронутый, я в ответ зарычу, как лев. Эту песню исполнит барды для простых российских людей, чтобы люди узнали, чтобы люди узнали всю правду про медведей. Завершение просто поражает, если честно. Если вдруг вы пройдете на главную сцену, можно последний спецэффект исключить. Там он будет гораздо эффектнее звучать.